Праздник Ноурус невозможно представить без традиционных обрядов. В Аше торжество началось с сжигания арчи у Майне. Считается, что с помощью дыма она отгоняет злых духов, произнося фразу «Алас-Алас». В торжестве принял участие заместитель председателя кабина Эдиль Байсалов. Он поздравил всех горожан со светлым праздником и пожелал благополучия и развития. Пусть наша страна всегда будет процветать. С самых древних времен этот день является символом возрождения веры в лучшее будущее. Хочу обратиться к аграриям. В этом году государство выделяет большие средства на сельское хозяйство. Проблем с ГСМ и удобрениями не будет. Для горожан и гостей Южной столицы была представлена театрализованная концертная программа с участием артистов разных национальностей. В Аше, где проживают представители более 70 национальностей, Ноурус отметили весело, под музыку, со множеством угощений. Пусть на нашей земле будут только праздники. Желаю, чтобы все беды обходили нас стороной. Пусть на земле всегда будет мир и светлого будущего нашим детям. Настроение у людей такое же светлое, как сегодняшняя погода. Пусть наша страна процветает. Поздравляю всех с Ноурузом. Кто родился в Аше, это самые счастливые люди. Какой красивый наш город Ош. Недавно я смотрела клип про Ош, аж прямо это радовало сердце. Можно даже и с Европой ни с чем не сравнивать. Еще раз с праздником всех, чтобы были здоровы и мир на земле. Праздник сопровождался национальными спортивными соревнованиями, такими как перетягивание каната, кыргыз-куруши, ордо и другие. Игры проходили два дня. А в Джалабаде празднование Ноуруза началось на центральной площади Эркиндик. Заместитель председателя кабинета министров Азиз Алиев поздравил горожан с праздником, пожелав им мира и спокойствия. Для жителей и гостей на площади была организована ярмарка национальных костюмов и традиционных угощений. Мир и спокойствие в стране – это большое счастье. Это то, что мы должны ценить. Пусть праздник Ноурус принесет радость, благополучие, единство, согласие и мир каждой семье. По инициативе главы государства запущена национальная кампания «Зеленое наследие». Пусть будущие потомки увидят нашу землю, пахнущей горной арчой. В этом суть Ноуруза. Ноурус нельзя представить без главного его блюда – сумулёка. Аксакалы и почтенные женщины в Ак-Илечеках отведали его с пожеланиями мира и спокойствия на земле. А веселая концертная программа подняла настроение всем горожанам. Желаю нашему народу здоровья и счастья, стране мирного открытого неба и развития. Ноурус – праздник, который объединяет. В этот день все друг другу прощают обиды и начинают жизнь с новой страницы. Мои внуки впервые участвуют в празднике. Настроение отличное. Концерт получился интересным. Ноурус – праздник весны и земледелия. По давним традициям на стол подавали блюда из различных зерновых продуктов. Благодаря этому смысл этого праздника сохранился и спустя тысячи лет. Чолпон Медетбекова, Миргуль Бокошева, Усмон Уламсадыр Улу, Алмаз Сатаров, Алату-24.